В Мытищинской школе номер 24 состоялось любимое многими вокальное состязание. В конкурсе две звезды принимают участие необычные дуэты – ученики и педагоги. Альянс опыта и свободы мысли. В этот раз жюри выдвинуло особые требования. Тематика очередного конкурса – хиты 90-х. Незатейливые мотивы, гремевшие на всю страну, вызывают у многих ностальгические чувства. Кого-то эти мелодии переносят в молодость, кого-то в детство, но некоторым этот музыкальный пласт пришлось осваивать впервые. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Ксюш, Ксюш, Ксюша, никого не слушай, и ни с кем сегодня не гуляй. И ни с кем сегодня не гуляй. В этом году в конкурсе участвуют представители 20 школ. В состав жюри вошли педагоги, представители управления образования и школьного парламента. Внимание судьи уделяли вокальным данным, немалую роль играли артистизм, постановка номера и оригинальность. Участники в поисках необычных решений превзошли самих себя. Танцы и образы выступающих перенесли зрителей на 25 лет назад. Композиции вокалисты подходили тщательно. Важно, чтобы исполнителю песня очень нравилась. Именно так на сцене рождается волшебство. Это песня 1997 года. Исполняла ее Татьяна Овсиенко в свое время. Вот, она нам очень понравилась. Она нам подходит по темпераменту, подходит вообще по тексту, по музыке. В общем, мы хотим сегодня, чтобы зал получил удовольствие тоже. Мы спели по-своему, конечно. Вот, но мы надеемся, что всем будет понравиться. У нас песня «Московский бит» Браво поет. У нас дуэт очень гармоничный, потому что у нас очень много, у нас костюмы одинаковые немножечко. Мы очень подходим под стилистику 90-х. Вот. И плюс танец у нас будет красивый, поэтому мы стараемся удивить жюри. Формат конкурса «Две звезды» не подразумевает номинации, хотя, возможно, в будущем они появятся. Множество команд достойны призов, но пока в финале на сцену выходят всего три дуэта. В этот раз бронза досталась коллективу школы номер 3. На втором месте музыкальный дуэт из лицея номер 34. Победителем конкурса стала команда школы номер 6. Анна Мусаликина, Кирилл Тридуб, Олег Степанов. Информационная программа «День».